долговременное, да, долгое насилие над невесткой, издевательство разного психологического характера. Часто, например, к родителям не пускают к своим видеться. Это запрещают контактировать с другими людьми. И, например, трудовая эксплуатация. Да, и так как девочка вышла замуж, она там внутри семьи, несмотря на то, что может быть очень много семей в этой доме жить, например, другие невестки тоже могут жить. Но та, которая последняя пришла, она будет делать все, смотреть за чужими детьми, убираться. Это тоже трудовая эксплуатация, но у нас это так не понимается. Хотя, на самом деле, физически это очень сложно. Dit is een van de vele centra waar meisjes leren hoe ze hun schoonmoeder moeten dienen. Tillerimiz bir muncha tezroq harakat qilib ketishi mumkin. O'shaning uchun bir muncha tillarimizni tiyilgan holatida labbay oyijonni biz kanda qilmasligimiz kerak. Mana mana shu uchta gapni biz yodlab olishimiz kerak. Xo'p bo'ladi oyijon, labbay oyijon, bilmabman oyijon. Ko'ngli to'lsin sizni qo'lingizdan, sizni og'zingizdan chiroyli bir muomalani eshitib, qaynananing ko'ngli to'lsin qizlar. Tushundingizmi?